У вас есть какие-нибудь уникальные способности? Красиво рисовать. Мама сказала, что у меня черты лица красивые, у меня глаза трехцветные. Когда я плачу, они у меня зеленые, сейчас они у меня серые. Я могу вообще лего хорошо собирать. Хорошо лепить, скульптура. Маленькие. У меня есть только помогать всем, кому нужна помощь. Ничего пока. Я маме помогаю мыть посуду, чистить крышки, потому что у нас есть два кота. Один белый, другой черный. Это у нас девочка и мальчик, кокос и лиса. Хорошо рисую птиц, занимаюсь сильно спортом. Быстро бегать. А дома у вас кто-нибудь обладает интересными способностями? Да. У меня бывает программист. Мама у меня очень честный человек, очень хороший, добрый. Почему у некоторых есть уникальные способности, а у других нет? У некоторых может не быть, но это редко. Они, наверное, скорее всего, еще не обнаружили. Ну, надеюсь, скоро обнаружат. Да не все люди сразу умеют всеми способностями. Мы вот не родились, вот родились. Мы тоже ничего сначала не умели. Мы потом с Тимофеем сразу все. Не сразу, мы учились и так научились. Это может быть связано с тем, как они росли, с тем, как они в школе учились, как в университете и как слушались родителей. Как вы думаете, волшебники существуют? Все фокусы, они происходят только в сказках. Ковер-самолет, он не может летать в реальной жизни. Волшебники существует только в сказках или мультиках? Я думаю, да. Волшебники – это мама, папа там, братья, все родственники, мне кажется, волшебники. Докторы. Да, докторы-волшебники. Докторы-волшебники существуют. Нужно ли использовать свои сверхспособности только во благо? Ну да, надо, конечно. Во благо. Вот во вред нельзя никогда. Помогать, старшим, бабушкам, дедушкам. Помощь, потому что дружба и помощь – это лучшее, то, что есть на свете.